Люди, которые десятилетиями работают в ракетостроении, говорят, что вы даже не осознаете, насколько вы некомпетентны. Вы знаете, что такие легенды космонавтики, как Нил Армстронг и Юджин Сернан, открыто выступают против коммерческих космических полетов, то, чем занимаетесь вы. Пришло время выступить против желания администрации поддерживать посредственность. Вы знаете, они действительно мои герои. И слышать такое от них очень тяжело. Это они вдохновляли вас на это? Да. И видеть, как они бросают камни в вашу сторону. Это тяжело. Я думаю, что автокорпорации боятся революционности электромобилей. И как непривлекательно будут выглядеть их старые модели автомобилей. Мы очень страстно хотели, чтобы эта машина просто сносила крышу от того, что могут ее технологии. Люди удивляются, увидев Tesla. Большинство из них представляет электромобили как гольф-кары, что они уродливые, маленькие и медленные. Потребители абсолютно готовы к электрическим транспортным средствам на батареях. Но, к сожалению, сами электрокары еще не готовы к потребителям. Первые результаты Tesla, похоже, подтверждали этот печальный прогноз. Все пошло не так, когда команда сообщила Маску, что прогнозируемая цена взлетела до небес с 65 тысяч долларов до 140 тысяч. Электрические транспортные средства невозможны в том виде, в котором они были бы эффективны для большинства покупателей машин. Это секта любителей электромобилей. И как любая другая секта, она подойдет к своему концу. По мнению Wall Street, у Tesla меньше всего шансов на успех. Tesla лишь меняла и патентировала дизайн, но не технологию. Автомобиль в данном случае не средство передвижения, а красивая ширма от идиотов. Я никогда не думал, что они могут нас сломать. Я понимал, что скорее мы можем сломаться сами. Это было вполне вероятно. Один из самых темных дней на Уолл-стрит за последнее время. Рынок ценных бумаг обвалился так сильно впервые с событий 11 сентября, потеряв более 500 пунктов. Вот так выглядит финансовая ситуация сейчас. Красные экраны. Я, конечно, осознавал тот факт, что мы находимся в худшей экономической ситуации со времен Великой депрессии. И это было все абсолютно неблагоприятное время для машин. Даже General Motors начали процедуру банкротства. У нас оставалось денег в банке, наверное, на несколько недель или меньше. У нас было 3-4% вероятности выжить. Мне нужно было сделать выбор – взять весь свой оставшийся капитал от продажи PayPal и инвестировать его в Tesla или позволить Tesla умереть. Это было жутко. Это был невиданный период, когда мы наблюдали начало банкротства General Motors и Chrysler, а мы были молодой компанией, продающей очень своеобразные автомобили. В то время не было большого спроса на спорткары за 100 тысяч долларов. На подходе были еще плохие новости, когда его космическая транспортная компания SpaceX снова не сумела доставить ракету на орбиту. Первая ракета не улетела слишком далеко. Была в полете около минуты, а потом загорелся двигатель и все. Второй полет добрался до космоса, но не до орбиты. Третий полет также не оказался на орбите. После трех подряд неудач вы думали, что хотите сдаться? Нет. Почему нет? Я никогда не сдамся. Только если умру или буду полностью нетрудоспособен. Случился кризис, я развелся, моя личная жизнь потерпела крах. И в дополнение меня атакуют СМИ, пишут грязные вещи обо мне.
свалилось сразу все, что можно представить. Состоялось собрание совета в конце 2008 года, где обсуждались планы компании, и там Эллен сказал, что собирается вложить 40 миллионов долларов в собственных инвестиций, чтобы компания продолжала работать. Я готов 24/7 решать проблемы. Звоните мне в 3 часа ночи, хоть в воскресенье. Мне все равно. Сразу после экстренного вливания денег пришла новость, в которой они отчаянно нуждались. Администрация США согласилась дать Tesla займ размером 465 миллионов долларов на массовое производство Model S. Позже Илон Маск провел IPO и вывел компанию на биржу. Tesla привлекла еще 226 миллионов долларов на своем первичном публичном размещении. Вы вкладываете 90 миллиардов долларов в солнечную энергию и ветер. У меня есть друг, который считает, что вы не просто выбираете компании из победителей или проигравших. Вы выбираете только лузеров. Вам не нужны эти акции, вам даже не стоит брать в аренду эту чертову штуку. Очень вряд ли, что инвестиции в Теслы когда-либо окупятся для налогоплательщиков. Крупнейшие автомобильные компании пристально следят за Тесла. Ford, Nissan, General Motors – все строят грандиозные планы на рынке электромобилей. Грядет глобальная конкуренция. Audi e-tron была анонсирована 2 года назад. Кроссовер от Mercedes. BMW и Porsche разрабатывают свои четырехдверные седаны. General Motors анонсировал 20 различных моделей электромобилей. Tesla не имеет никакого преимущества, никаких технологий, никакого преимущества в программном обеспечении, никакого преимущества в батареях. У них вообще нет никаких преимуществ. Тем временем BMW, Volkswagen и Ford сформировали альянс. Вместе они создадут сеть станций подзарядки, и тут потеснив Tesla. Они собираются запускать свои самолеты. Ракеты. Я настроен скептически. Добиться такого успеха, как SpaceX, невероятный результат для частной корпорации. Но Нил Тайсон считает, что главной целью космической программы по отправке человека на Марс SpaceX не добьется. Все проекты Маска напоминают обычную финансовую пирамиду. Возвращаемый ступенью может оказаться не таким громким и успешным, как о нем говорят. Оба его самых громких проекта, будучи убыточными. Илон Маск, который создал с нуля перспективную ракету, это красивый миф. Я просто хочу, чтобы все живые существа, которые это слышат, пожалуйста, благословите этот запуск. Четвертая попытка запуска Falcon 1 стала огромным успехом. В этот раз все сработало идеально. Если бы четвертый запуск не сработал, у нас бы не хватило ресурсов на пятый, и компания бы точно умерла. В 2010 году SpaceX стала первой частной компанией, успешно запустившей и вернувшей с орбиты космический корабль. 2 годами позже, в мае 2012-го, они попали в историю как первая частная компания, отправившая груз на Международную космическую станцию. А 8 апреля 2016 года состоялась первая успешная посадка ракеты Falcon 9. Очень приятно осознавать, что мы погасили наш долг перед налогоплательщиками США. Это действительно важно. И мы не просто выплатили основную сумму, мы также выплатили и проценты. Американские налогоплательщики получили прибыль более 20 миллионов долларов. Tesla выплатила долг на 9 лет раньше срока. Tesla меня поразила. У меня и моих знакомых был невероятный опыт знакомства с автомобилем на этих выходных. Эта машина чертовски хороша. Вы думали, что хотите сдаться? Нет. Я никогда не сдамся. Только если умру или буду полностью нетрудоспособен.